И как всегда на этот канал, это вторая часть, как мы на этот канал снимаем, и это будет реакция на канал, ну то есть не на канал, а на название видео, типичный World of Tanks. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, а мы начинаем смотреть обзорчик. Рил, запишите World of Tanks. По. Ну, я не понимаю, зачем такие делать видео, которые просто типа перестрелки танков против танка. Рил, ну это неинтересно. То есть даже без звука почти. И стреляется другой там. Да. Это... Да уж, ладно. Я так иногда делал. На прошлом моем канале у меня был еще до этого канала, его заблокировали. У меня было такое. Я так снимал. Ну, я понимаю вас, потому что у вас нету этих... идей для видео. Ну, так лучше не самый типичный World of Tanks. Или как это? Да. World of Tanks. Ладно, давайте продолжим. Давайте продолжим. Так. Вот. Здесь даже огрызаться к нечему, то есть только можно огрызаться, то есть по самому видео, то есть, ну, можно огрызаться только из-за того, то, что здесь видео просто, да, просто как танки перестреливаются, да, и все. Нужно здесь поставить какой-то эффект, например, вот танк выстрелил, ты поставил быстро на паузу, взорвал мегабомбу и типа танк разлетелся. И все. То есть это канал лучше бы был. Ну, то есть не канал, а видео было бы лучше. То есть, а потом приезжает еще один танк и стреляет. И когда там уже, он та синяя мегабомба взрывается, когда вот тот танк взорвался. Ну, взрывает другой там. Ладно, давайте продолжаем. Ой. Так я спал. А, так здесь стрить. Я это говорил. Ну здесь, то есть, огрызаться к нечему даже. Видео вообще не огрызает. Огрызаться к нечему еще. Ну. Ладно, короче. Только можно огрызаться на само видео, то есть то, что здесь просто перестрелка танков. Вот, лучше бы видео было лучше, если бы здесь, смотрите, здесь стреляет один танк, другой танк, и ты быстро нажимаешь на паузу, а после ставишь бомбу,
выключаешь паузу и взрываешь эту бомбу, потом опять на паузу к танку возвращаешься, потом к другому танку возвращаешься, тот танк быстро взрывается из-за бомбы, короче, а потом приезжает другой танк на подмогу и стреляет в тот танк, и вот эта подмога побежает, и это бы украсило это видео, знаете, так, это очень было хорошо, я это говорил или нет, ладно. Это я сейчас украсил видео, но чтобы было интереснее, как бы. Ладно, давайте мы будем пока что продолжать смотреть это видео. Бом. О, это уже красиво, это красиво, что танки приближаются. Это уже очень украшает видео. Очень украшает, да, вот так. Вот самое главное, что надо было сделать, смотрите. Телека посадить вот на это кресло и ниткой привязать к этому креслу. А то, блин, они будут отлетать. Блин, температура. Ладно. Забыл сказать. Выздоравливай, конечно, вот этот мистер, а дальше я забыл. Ладно, почитаю, как он и есть. Как, какие у меня умею читать на английском. РМФП 63К, сколько закрывается сердечко. Ладно. Выздоравливай. О, 2 против 2. Так. Да. Это единственное, что надо было исправить. Ну. Не действительно, конечно. Ну, надо было исправить. Смотри, вот. Ты, наверное, не умеешь, но я, короче, завтра или сегодня выложу видео, как сделать красивые танки в Minecraft. И я, короче, и... Ну, просто здесь нужно танки получше сделать, не просто такие машинки. Я на паузу ставлю. Ладно, давайте продолжать смотреть. Так. Ну, ездит челик. Бом! О, что за кнопка? О! Самая идеальная тактика в бою. Залезать на противника. Это самая идеальная тактика в мире. Залезать на противника в бою. Да уж. И почему танки без гусениц? Ладно. И вот интересно. Вот что это такое? Ну реально. Тактика вообще стой. То есть залезать на противника. Я не говорю, что видел стой. Я говорю то, что ну, тактика не из лучших. Смотри. Столкновение. Бам. Капибара, 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 капибара. Капибара свалилась. То есть перевернулась. Ух, нифига. Это что еще? Да блин, я подписался на всех. Кстати, спасибо, что под моим вот этим нажал. Спасибо тебе большое.
Ладно, давайте продолжать. Бум! Двое против одного, нечестно. Ладно, давайте продолжать смотреть. Блин, ну мне на планшете грязь приходится ногтями, блин, срывать. Пауза единственная. Единственная пауза, которую он поставил. Капибара, капибара. Неужели ты такой мазила, блин? Не, Рил. Он промазал на 1 сантиметр. Нет, я говорю то, что вот этот создатель мазила. А вот этот челик. Вот этот вот. Почему? Вот этот челик. И, кстати, я его так расплющила. Да блин, хватит мне уже присылать какие-то сообщения. Типично World Phone Tracks. Так. А, я забыл, что ли надо было в самом начале написать. Ну, превью, конечно, классно. Я ее запомнил. Превью классно. Превью вот. Ну, превью понятное. То, что здесь и танк отлетает. А вот типичный World of Tanks. Во-первых, почему типичный? Ну ладно. Да блин, хватит мне вот эти отправлять. Ладно, давайте продолжим. Прямо палку. Промазал. О, еще 1 минута мне. Я не понимаю, с чем вы паузу ставите. Это, ну ладно, я 1 раз сделал, ну ладно. Кстати, цифры, конечно, непонятные. Ну, мне, может, тоже непонятные, но... Зачем каждый раз так делать? А может быть ты на паузу ставишь, я не знаю. Бам. Бам. А кто ему винить выбрал? Интересно. Интересно, а как кого, а кто кого убьет? Еще бы разнообразил контент, типа челик вылезает и бомбу кидает вот эту дырку. И, короче, когда бомба взрывается, и вот эти взрываются, и челик умирает. Ладно, давайте продолжайте. Так. Бум! Блин. Я поставил. О, нормально. Вот это нормально. Вот это я уважаю. О, а что я его перевернула-то? Как его переворачивает? А, ну, а кому понравился обзор, всем... Все ставьте лайки, подписывайтесь. А мы на этом заканчиваем.